Как бы нам избавиться от коряг с болотом? Они сильно мешают. В принципе, можно вызвать трактор. В разделе «Инвентарь» кликните по иконке трактора, появится круг. Потом наведите этот круг на коряги и болото, рядом с оранжереей. Как только они подсветятся, кликните еще раз, и территория свободна. Трактором можно пользоваться в любое время, если, конечно, хватает денег. Но пока свободного места достаточно. Теперь засадим 12 грядок розами. Семена только что появились в магазине. Thank you.
Постепенно наше хозяйство становится больше. Надо привлекать работников. На бирже труда в разделе «Работники» появились двое – поливальщик и сборщик. Наймите обоих. Если у головы работника горит монетка, ему надо заплатить, кликнув по нему. Mm.